Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас рубрика топ-10 из каталога Oriflame. У нас 10-й каталог стартует с 12 июля и закончит свое действие 31 июля, ровно 3 недели для того, чтобы отлично поработать и помочь нашим близким, клиентам обрести самые лучшие продукты. И чтобы облегчить работу, я всегда изучаю каталог и намечаю самые интересные акции, самые интересные продукты. Конечно, в десяточку попасть, то есть уложиться, очень сложно, но тем не менее я все-таки сделала топ-10, и поэтому сейчас мы с вами приступим к просмотру. Не смогла я удержаться и отметила два новых аромата, ароматы си-голубой и си-желтый. Вот так они будут выглядеть в шикарных коробочках, вообще бомбический дизайн, посмотрите, какие крутые ароматы. 75 миллилитров объем, у них откручивается дозатор, то есть можно переливать совершенно спокойно ароматы, с кем-то делиться или отливать в маленькую тару. Мой любимчик стал желтый, я в него просто вот просто, если сначала я его как будто даже не поняла, первое впечатление было, знаете, какое? Ой, что это? Непонятно. Как-то не так, как-то непривычно. Вот, то есть мой нюх как-то, вот бывает такое выражение, разрыв шаблонов, да, ломаются стереотипы. То есть все ароматы, которые я знаю и которые я в своей жизни ощущала, они совсем из другого как бы измерения. Этот аромат уникален тем, что команда ученых собирала этот аромат, то есть запечатлевала ароматы растений без вреда для растений. То есть есть специальная технология, это запатентованная технология, и вот она позволяет так делать. А когда это было? В 2018 году была создана команда специалистов, и они организовали экспедицию по Швеции и вот собирали таким образом ароматы. Слушайте, я очень удивлена, стоимость аромата 1599 рублей, но в подарок будет идти вот такой большой крем для тела. Забыла взять крем, чтобы вам показать крем серии SPA, Swedish SPA. Этот крем, он как вот бустер, да, крем-масло, он круто напитывает кожу, и его нужно будет наносить на влажное тело для того, чтобы, во-первых, будет меньше расход, во-вторых, он будет лучше распределяться по коже, и его много не надо. Просто если на совсем сухую кожу наносить, то получается и расход большой, и как бы много крема, тяжеловато. Поэтому эту фишку тоже рассказывайте своим клиентам, будет полезно для всех. Итак, ароматы меня впечатлили. У меня, кстати, уже есть заказ на желтенький аромат. Хвалюсь сразу, люблю хвалиться, чтобы вас тоже мотивировать. Следующий раздел, я думаю, что это всегда будет актуально, вот такие гигантские объемы геля для душа и шампуни для волос. Объем 500 миллилитров, получается как два маленьких, а цена всего 299 рублей. Здорово, по 150 рублей за стандартный флакон. По-моему, цена просто даже очень прекрасная, и у меня тоже есть уже заказы на эти продукты. Следующий раздел — это омега-3. Сейчас, когда мы все, весь мир, не то что мы все, да, вообще в принципе весь мир немножечко переживает за свое здоровье, даже не немножечко, а очень сильно все переживают, нужно особенно внимание уделить своему иммунитету, и в этом нам поможет омега-3. Очень редко на нее бывает скидка, но в последнее время я заметила, что компания как будто бы специально делает скидки на астаксантин, на омегу, для того чтобы мы с вами могли как можно больше себе позволить, потому что разница 400 рублей — это цена каталога, а если вы оформляете себе дисконт в компании Oriflame, то еще 20% скидка, получается еще выгоднее. Поэтому если у вас дисконта до сих пор нет, напишите мне, я все вам помогу оформить, расскажу, с чего начинать, что делать, чтобы максимально получать все выгоды и подарки от компании. Такая шикарная омега, она не просто очень полезная, она еще и вкусная, я люблю ее рассасывать, особенно когда бывает надорвется, вот много говорю, и у меня как будто вот голос подсаживается, я рассасываю одну омегу, и у меня восстанавливается голос, то есть она смягчает все горлышко. Когда кашель, то же самое, я ее просто рассасываю. Конечно, ее рекомендуют глотать, но
можно и рассасывать. Следующий раздел, конечно же, тушь. Туши в Oriflame разнообразие огромное, их очень много, на любой вкус и на любой кошелек, даже так можно сказать. Но все-таки моя любимая тушь — это 5 в 1 серия The One. Есть классическая 5 в 1, а есть XXL. Чем они отличаются? Щеточками. У них совершенно, вроде бы, с одной стороны похожие, с другой стороны совершенно разные. То есть XXL она побольше, и у нее щетинки, вот внизу у нас XXL получается, смотрите, и у нее побольше щетинки с двух сторон. Если мы смотрим классическую, то с одной стороны у нее совсем коротенькие, еле заметные ворсинки, которые абсолютно не доставляют дискомфорт при нанесении туши очень близко к началу роста ресниц. А как правило, обычно у нас бывает проблема — это прокрасить реснички от самого основания, чтобы глазки не начали слезиться, случайно не задеть слизистую. Поэтому я, конечно, больше всего люблю тушь классическую 5 в 1. И в этом каталоге скидки огромные на тушь. Она стоит всего 279 рублей. Я знаю, что у меня будет ее очень много в заказе. Надеюсь, что вы тоже любите эту тушь, как и я, и рассказываете о ней своим клиентам. Как жить без тональной основы? Да никак. Поэтому я предлагаю своим клиентам разные варианты. И один из моих любимых вариантов — тональная основа Everlasting, серия The One, стойкая адаптивная тональная основа. Она приходит в красной такой стильной коробке, эффектно очень, с дозатором тональной основы. То есть мы снимаем колпачок и выдавливаем столько, сколько нужно для того, чтобы покрыть все лицо тональным кремом. Чем мне нравится именно эта тональная основа? Она стойкая, но она не сушит. Она подходит для разных типов кожи, и для жирной комбинированной, так и для нормальной, и кожи склонной к сухости. И эта тональная основа прекрасно лежит весь день, и в мороз, и в летнюю жару, не отпечатывается на воротничке пуховиков зимой, что обычно вот всех беспокоит, у кого светлая одежда, остаются следы. Эта тональная основа очень такая дружественная, с ней просто легко, это вот прям подружка-подружка, которая легко наносится, красиво лежит на лице, поры не забивает. Ну что тут говорить, фантастическая тональная основа. И кто ее пробует, потом становится ее фанатом. Правда, у меня уже есть несколько клиентов, которые перешли на эту тональную основу из серии Giordani Gold. И я сразу покажу еще одну страничку, чтобы провести, да, как бы на одну тему разговор. Это тональная основа серии Giordani Gold. Она антивозрастная, с пребиотической сывороткой. Но, конечно, когда мы говорим с девушкой уже более взрослой, более солидного возраста, то мы, конечно, будем предлагать уже что-то такое, что поможет не просто хорошо выглядеть, но еще будет заботиться о коже. Вот в такой красивой коробочке приходит тональная основа. Сама она тоже красавица, такая красивая крышка с золотистым принтом на черном фоне, тоже с дозатором, оформление шикарное. И у той и другой тональной основы стекло, везде 30 миллилитров, у нас вся тональная основа 30 миллилитров. И вот знаете, она чудесная, попробуйте хотя бы один раз, и вы сами поймете, что эта тональная основа очень-очень прям конфетка. Есть у нас 5 оттенков, по-моему, да? Сейчас я точно посмотрю. Да, 5 оттенков на любой вкус, а Everlasting аж 10 оттенков. Очень легко подобрать. Но что интересно, и та, и другая тональная основа все-таки подстраивается под цвет кожи, и даже если вы чуть-чуть ошибетесь, нанесите тон, дайте ему немножечко побыть на коже, и увидите, что он исчезает. То есть мы не видим разницы между шеей и тональным средством. Представляете, как классно? Возвращаюсь на одну страничку обратно и хочу вам сказать, что всегда в тренде это помада. Вы знаете, когда что бы ни случилось у девушки, что-то плохое или хорошее, она все время хочет новую помаду. И в этом каталоге у нас такое разнообразие: стойкие, матовые, блестящие, увлажняющие, вот атласные, какие хотите, на любой вкус. Я захватила парочку своих любимых помад, которыми чаще всего пользуюсь. Это такие матовые помады в тюбиках, я их люблю за то, что абсолютно не сушат губы, наносятся настолько комфортно, лежат на губах, что я их не чувствую. Это очень важно, комфорт, чтобы губки были
Очень классный, красивый, удобная кисточка, которой легко наносим помаду как с контуром, так и без контура. Отличные варианты расцветок, то есть можно тоже подобрать вот на самый капризный, изысканный вкус. И к ним есть контурные карандашики, которые не растекаются, очень мягко струятся по контуру губ. Можно сделать немножко губы чуть полнее, чуть пышнее, чем есть на самом деле, и это будет абсолютно незаметно. Главное, когда вы делаете нанесение контура, не наносите вот только вот по контуру, немножечко штрихуйте губы, и можно, я иногда пальчиком просто растушевываю или специальной кисточкой, чтобы контур тоже заполнил поверхность губ, а потом сверху уже наносим помаду. Вот такие классные карандашики, они долгоиграющие, и мне нравится, что они не растекаются. Бывает такое, что появляется с возрастом такая небольшая сеточка морщинок вокруг губ, и некоторые карандаши, они начинают течь. Это, конечно, не очень красиво, выглядит неопрятно, поэтому тоже карандаши должны быть классными. Вот в Oriflame мне карандаши нравятся. Следующий раздел, который занимает огромную часть каталога, это ароматы. Ароматов в этом каталоге очень много, просто очень много. И я взяла показать вам некоторые коробочки, которые у меня есть в наличии для наших любимых клиентов, чтобы когда кто-то что-то захотел, а у нас уже это есть. Вот так выглядят коробочки. Все приходит в пленочке, запечатанное, все очень красиво упаковано, просто замечательно. Это новые ароматы. Хочу обратить ваше внимание, что Lost in You, парный аромат, женский и мужской, в этом каталоге представлены со скидками, а на мужской скидка больше, прям значительно больше, чем на женский. И я, конечно, всем говорю, что если у вас есть возлюбленная или возлюбленный, то лучше брать парные ароматы, они же неспроста парные, их специально так изготавливают, так подбирают нотки, чтобы когда вы рядом, эти ароматы друг с другом переплетались и создавали какой-то невероятный аромат, который будет вас еще больше сближать. Такая романтическая история. Так что работаем с ароматами активно. Во-первых, почему? Давайте с вами поговорим. У нас есть пробники к ароматам, и мы можем дать подегустировать аромат, прежде чем человек приобретает. Во-вторых, аромат — это всегда актуально, на каждый сезон года в основном нужен какой-то новый аромат. Редкая женщина или мужчина пользуется одним ароматом круглый год, согласитесь, что просто даже вот температура воздуха, она располагает то к одному аромату, то к другому. Когда холодно, мы хотим более теплых, густых ароматов, когда летняя жара, мы хотим легких, воздушных, невесомых, которые помогут нам перенести жару и в то же время, да, получать удовольствие от своего аромата. И вот так выглядят ароматы уже раскрытые. Всегда у нас ароматы очень красиво оформлены, всегда необычные флаконы. Это, кстати, я у дочки взяла, а это мой Infinite, один из моих любимчиков. Вот целую баррикаду ароматов наставила. Сейчас чуть-чуть уберу. Вот так вот сделаем. И поэтому, да, не все сказала. Еще ароматы, если вы работаете и, например, вы нацелены быть в премьер-клубе, и вам нужно набирать от 150 баллов и выше, то вот посмотрите, вам достаточно показать ароматы нескольким людям. Если у вас будет там 3-4-5 ароматов в заказе, то вы уже практически выполнили объем, и при этом у вас будет хороший доход, потому что ароматы стоят уже, ну, не как помада, да, не 200 рублей, а уже 1000, 1500, 1300 и так далее. И следующий блок, который я вам хочу показать, это детская серия Винни-Пух. Хотела сказать с ароматом Винни-Пуха, но понятно, что Винни-Пух не будет вкусно пахнуть, да? Так, хочу посмотреть, что в составе, и не вижу. Тогда мы с вами будем тереть. А, вот, банановый, вкусный банановый аромат. У меня вообще мечта, чтобы в Oriflame нежно, сладенько-сладенько бананчиком пахнет. У меня есть мечта, чтобы в Oriflame выпустили смягчающее средство с ароматом банана. Пока у меня этой серии нет, но у меня уже заказали два шампуня. Вот, для волос и тела. Следующий разворот — это дезодоранты. Дезодоранты шариковые, я почему-то их больше всего люблю. Вот так выглядит дезодорант.
мой любимый серой крышечкой, потому что он не оставляет белых следов на одежде, он приятен в использовании, то есть мы его откручиваем, тут все увлажняется. Большой шарик, не мелкий, а большой, который позволяет буквально 2-3 движения, мы покрываем всю подмышечную впадину. И кстати, действительно, мне что еще нравится, нет аромата, то что не перебивает аромат парфюма. Я не люблю, когда намешано много ароматов, все это вот какая-то ерунда получается. Вот поэтому я люблю, когда один аромат, либо если дезодорант и парфюм одного аромата. Вот, так что дезодоранты в этом каталоге удивляют ценой. 99 рублей при покупке двух, а так один стоит 199 рублей. И последняя страничка, конечно же, это для мужчин, для мужчин, для наших дорогих. Будет пена для бритья, я обязательно закажу парочку, потому что у меня все разобрали. А тут что интересно, что идет пена для бритья и умывания. Здорово. Будет она всего 199 рублей. Вот зайдите в магазин ради интереса и посмотрите, сколько стоит пена для бритья, вы удивитесь. Я была, по-моему, в рубль-бум, или как он сейчас называется, по-моему, рубль-бум, 350 рублей самая дешевая пена мужская, и то как бы хорошая фирма, она стоит уже дороже. У нас очень хорошая пена, она просто замечательная, потому что она без скидки стоит 490 рублей, сами понимаете, что качество будет супер. Далее здесь шампунь для волос и тела, мыло и увлажняющий гель после бритья. То есть есть все для наших мужчин, а о них нужно тоже заботиться и помнить, потому что если не мы, то кто о них позаботится? Вот так все вам рассказала. Мой обзор, то есть вот моя подборка топ-10 вам уже ясна, да, какие я продукты выбрала, а мне интересно, что выбираете вы. Может быть, я что-то пропустила. Конечно, здесь есть шикарная акция на геле VitaCare и мыло по 39 рублей, есть шикарная акция серии Feel Good, когда можно три продукта всего за 499 рублей приобрести, это вот в самом конце каталога бомбическая акция. Но я знаю, что просто у меня нет клиентов, которые будут пользоваться, да, таким ароматом. У меня клиенты обычно берут, да, вот что-то подороже, поинтереснее, поэтому я даже и на этом не заостряю внимание. Вот гели для душа, у меня все любят эти гели для душа, поэтому смотрите каталог, листайте, выбирайте, что вам нравится, фокусируйтесь на этих продуктах, чтобы не распыляться, чтобы конкретно предлагать людям то, что сейчас актуально. Классная цена, классные варианты подарочных наборов и так далее. Я вам всем желаю отличного каталога, чтобы у вас стало еще больше клиентов, больше довольных людей, которые пользуются классным шведским продуктом. И до новых встреч! Если видео полезное, с вас лайк! До новых встреч, пока-пока!